They're right outside the door. Can you hear them? Keep it together, Elizabeth. Stay quiet. They can probably hear you. Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, и мы продолжаем проходить The Walking Dead Survival Instinct. Итак, в последней части, точнее в первой, мы остановились на том, что нам нужно найти бензина. Но бензоколоночки у нас не работают, а чтобы бензоколоночки включились, нужно помочь вот этому пареньку. И поэтому сейчас мы именно за этим и отправляемся. У нас там куча зомбей, и нам нужно как-то прокрасться вон туда, пряменько туда. А можно, конечно, их отвлечь, можно их перестрелять, а можно просто пройти, пока не смотрят в другую сторону. Так, также у нас есть еще вот этот паренек, который нас пока не видит. Ага, отлично, давайте-ка я нападу на него, пока он нас не видит. Отлично. И вот... этого мы тоже сейчас быстренько убьем. Отлично. Ну и следующий не заставит себя ждать, безусловно. Вот так, превосходно. Зачищаем мы территорию стандартным образом для Дэрила. Отлично. Как они все хорошо стоят спиной-то к нам, а? Просто чудо какое-то. Идешь и всем бошки отшибаешь. О, черт, этот заметил нас. Ладно, скроемся за автобусом и разделаемся с ним здесь. Вот он. Оттолкнуть. Трезать башку. Отлично. Так, эти пока там у нас. Пока нас не видят, кроме дальнего. Ну ничего, с ним мы разделаемся. Отрубить башку. Отлично. Ну и тебя тоже. Мы даже зарубим классным образом. Блин, обожаю вот так вот делать, честно. Просто отлично. Ну, прошли мы неплохо, довольно простенько здесь у нас. Ах ты черт. Давай. Давай, ну. Давай уже, давай. Ах, хрен с тобой. Ух ты, сволочь. Вот так, и все, надо было сразу вам всем бошки рубить. Уродом. Ну, по одному, по два еще мы можем разделываться. Но когда их уже трое, четверо, то это уже все, дело труба. Помнится, видал скриншот? Чего мы перепрыгнуть не можем, а? Ерунда какая-то. Видел скриншот? Ага, что это? Так, машина как-то странно подмигивает нам. Достать бензин для машины. Ну, давай. Что? Что это вот? Что это такое? Ничего себе. Держите Е, чтобы толкать. Сейчас они поднимутся и жрать нас начнут, я боюсь. А, мы просто протолкали, чтобы пройти, что ли? Господи. Всего делов-то. И всего делов в голову. Класс. Так. А этот тоже тут стоит, тупит. Не знаю, зачем нам красться на четвереньках, пока это нам совсем не нужно. Они настолько медленные и тупые, что это совсем пока что не нужно. Так, они находятся с той стороны грузовика, можем внутрь-то зайти? Ну почему нельзя внутрь-то зайти? Я бы первое, что бы делал, это обшаривал бы дома. В поисках всяких... Ах ты, зараза, откуда ж ты... Так, ключики. That's it. Big thanks. Отлично. А телефон ты где звонил? Ух ты, ё-моё. Ух ты, ё-моё. Ух ты, ёлки-палки. На тебе. Ну, чтоб тебя. Ты, боже ты мой. Да, ну и попёрло. Ну и попёрло. Сваливаем. Ух ты, ё-моё. Бежим отсюда, бежим. Уху-ху-ху-ху. Схавать. Фу. И запить. Да, ну дела. Все, ключи забрали.
Надо бежать, фиг с этими зомби. Разделываться с ними нет сейчас смысла. Все равно бесконечное количество. Там какой-то телефон, зараза, зазвонил. По-моему, вот у этого как раз, ковбойчика хренового, везунчика. Так, теперь нам обратно нужно вернуться. Вернуться к бензозаправке. А что это у нас компас закрылся? А, вот, все. Как-то странно тихо. Куда все делись? Куда же все делись? Уж не ворвались ли внутрь? Hey, you got it? Yep. Right, good deal. Open the Jenny cage. Are my dad and Uncle Lester behind you? Just get the pumps on, okay, Warren? Oh. Okay. It's all ready. Open the cage and hit the primer. На, твоего дяди больше нет, к сожалению. У меня для тебя плохие новости. Так, открывай ограду. Какую ограду? Эту, что ли? Ага. Так, ну и включаем насос. Не ори! Что же ты орешь-то, сволочь? Давай, смотрите, он потом истекает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Валим. Боже мой. Кстати говоря, у нас еще есть дополнительная миссия, которая, в общем-то... Ох, ё-моё, их сколько здесь. Мы не сделали, там нужно было найти батарейки. Для вот этого шерифа, который сидит на крыше. Долбанный Карлсон! Бежим отсюда, бежим. Ах ты чертов магазин! Долбанный лабиринт! Now, what you think I'm doing, Jess? Давай. It's stuck the damn truck. Добежали. Итак, итоги задания. Уоррен Бэдфорд входит в группу, Джесс возвращается с двумя обычными пайками. О, неплохо. И мы нашли белку. Супер. Экран лагеря. Перемещаясь в другое место, вы можете обнаружить новых выживших, новую машину или собрать больше ресурсов, чем вы можете увезти. Все, с чем надо разобраться перед отъездом, будет помечено восклицательным знаком. Так, можно уехать. Текущая двухдверный пикап, средний расход топлива, ячейки инвентаря 18, места для выживших. Всего два? Можно ехать. Хорошо. Инвентарь будет брошено. Зачем? Не надо. Так, у нас два сухих пайка, это хорошо. И выжившие. Качество скрытный, любит дробящее оружие. Слабый. Род занятий, фармацевт. Полечил бы нас, что ли. Нельзя отпустить, крепкий. А, их еще можно отпускать, оказывается. О, как интересно. Ладно, выбрать машину. Ну, у нас другой машины, конечно, нету. Перейти к карте. Выжившие, перейти к карте. Ладно, отмена. А, можно его отпустить, типа, иди своей дорогой, чувак. А, ну, перейти к карте, это вот как раз и продолжение, да. И мы отправляемся в Газвотер, по-моему, так называется. А, Гарвотер. Время дня, ночь. Лагерь на горе Смоуки послужил убежищем для населения округа Пембертон. Рейнджеры и пожарные обеспечивали безопасность лагеря. Шанс поломки низкий, шанс найти припасы высокий. Ну и поехали. А, мы можем еще и сюда отправиться? Во как. Шериф Тернер поддерживал порядок в Пембертоне дольше соседних округов, что вызвало наплыв беженцев в отеле Пембертона и привлекло больше ходячих. Шанс поломки низкий и то же самое. Ну и что, куда отправимся? Ладно, давайте сначала в Гарвотер отправимся. Проселки, улицы. Так. Я не понимаю, ну а зачем нам ехать по шоссе, если можно по проселкам добраться? Вроде по шоссе и шанс поломки высокий. И шанс найти припасы низкий. И бензин израсходуется больше. Насколько я понимаю. А, нет, наоборот. Наоборот. Эта полоска означает, сколько у нас бензина останется. Понятно. Ну и улицы. А, ладно, давайте еще раз по проселкам поедем.
Возможность поиска. На этой стоянке грузовиков могут быть припасы. Обыскать стоянку, ехать дальше. Ха, обыскать, конечно. Войти в локацию. Интересно. Так, ребят, мы не можем никуда отправить, зато мы можем забрать сухой паёк. Переместили, отлично. Сухой паёк у нас 4. Ну и все, собственно. Пора нам отправляться. Да, хочу начать миссию. Что-то мне, конечно, подсказывает, что... вот эти вот стоянки, где мы будем останавливаться, ну, типа вот этой вот, да? Где тут? Вроде был кто-то, ладно. Они будут одинаковые. Ну, то есть, будут там, типа, заготовки. Там, стоянка грузовиков, одна штука. Потом, там стоянка, не знаю, мотель какой-нибудь. Тоже еще там штучка. Ну, вот как-то так. Черные силуэты шляются здесь. Сдохни. Отлично. О, я просто не понимал, как он стоял, лицом или спиной. На. Тоже непонятно, как он стоит. Давай, иди сюда, иди сюда. За спиной никого нету, это хорошо. На тебя. И по голове. И по голове. Класс. Так, разделались. А, залезть-то мы можем? О, мы можем залезть. Так, и отсюда можно хорошенько обследовать территорию. Так, есть машина. И, в общем, нам нужно внутрь забраться. Блин, сполз я, ладно. Еще один ходячий. Ах ты, сволочь. Обмануть меня хотел? И тут-то было, вон твоя голова. Сейчас в футбол ей поиграем. Так, этот, небось, тоже сейчас встанет. Нет, не встал. Так, что это у нас? Патрон для дробовика. Класс. Что еще можно здесь найти? Ах ты, сволочи. Не видно нифига вас. Ладно, включим фонарик. Но фонарик должен их привлекать, по идее. По идее, опять же я говорю. Потому что здесь, похоже, он их... Вставай. Нет, не хочет. Здесь он их не привлекает. Заблокировано. Открыть дверь гаража, поискать ключи поблизости. Ага, то есть еще в гараже какие-нибудь плюшечки должны быть у нас. Точно. Так, и где же у нас... Где же у нас могут быть ключи? Уж не здесь ли? Нет, тут какое-то слишком пустое местечко для ключей. А, может быть, за кассой? Нет, не за кассой. Нет. Тогда где? Ключи, 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 ключи. Где же вы можете быть? Так, ну тут тоже все закрыто. Не знаю. У нас светает или мне кажется? Нет, мне кажется. Привет. Как жизнь? Че, походу все ходячие кончились? А, нет, вот этот по-любому сейчас станет. Ну-ка. Ну что ж такое? Нет, не угадал. Не поднялся он. О, еще один. Двое! Ах ты, мразь. Все. Так, ну вот, теперь, походу, все. Теперь уж точно все. А ключи-то где? Так я и не нашел ключи. Ладно. Может быть, в одной из машин? Нет, здесь нету. Может быть, вот в этой? Тоже нету. Он как потеет, наш герой-то, а? Откуда ты взялся? Я их убиваю, они откуда новые берутся? Обалдеть. Не было его. О, ну-ка. Еще патрон для дробовика. Класс. Так у нас дробовика нету. Вот в чем плохо. Вот в чем минус. Хождение патронов. Да откуда вы взялись-то, а? Издеваются над нами. Они воскрешаются здесь, что ли? Я не знаю. Мы их рубим-рубим. Они как новенькие все. О, бутылочка. А, вот и ключики. И еще пистолетные патроны? Да, только пистолета у нас нету. Куда ты лезешь? Отлично.
Так, ну все, пошли открывать дверку. Посмотрим, что у нас в гараже будет. А, бензин. Бензинчик. Вот он у нас, вот он у нас, хороший наш. А в багажнике нет ничего? Ну ладно, фиг с ним. Ну все, отлично, собрали бензин. Походу мы все выжили из этой стоянки. Больше здесь ничего нету. И время нам сваливать. Ну да, неплохие, неплохие такие местечки. Продолжаем путь-дорогу. Перейти к карте. Ну да, хочу перейти к карте. Так я не понимаю, мы едем или не едем? Как будто заново все. Выберите путь. Ну, выбрал я путь. А, все, вот мы продолжаем дорогу. Нельзя выбрать другой. Улицы, проселки, шоссе. Давайте еще раз проселки. Посмотрим, еще будет остановка. Can't be too careful till we know more about it. Yeah, that's true. Да, действительно, это так. Ну что ж такое, неужели мы сгнили здесь? Тачка сдохла, походу. Плохо, плохо, что тачка сдохла. Так. У тебя кукри есть, это хорошо. Задание тебе найти бензин. Да, состояние у нее, конечно, не очень. Ну ладно, пусть ищет бензин. Риск группы 50%. Плохо. Ладно. Наверное, кстати, он здесь все-таки может погибнуть. Навсегда. Так, свинцовая труба. Стоп, свинцовая труба. Мне бы хотя бы инфо-то узнать о ней. Ну ладно, пускай возьмет с собой... Что он возьмет с собой? Зазубренная мачете пусть возьмет. Задание ему... Пусть тоже найдет бензин, короче. Все, пусть у нас много бензина будет. Все. Отлично. Отлично. Так. Здесь у нас все, понятно. Ну и все, в общем... Риск группы 20%. О, неплохо. Видите, чем их больше, тем меньше риск. Класс. Пойти в локацию. Все понятно, он заражен. Massacre is what it is. Looks like a lot of folks tried to hole up here, but, well, yeah, found a couple. Not as far as I can tell. Maybe one more coming. Hold on, somebody just pulled in. You picked a rough place to stop. Campground's a slaughterhouse. Yeah, I hear you. But my truck's done for. Yeah, I see that. Albert Lee, Pemberton Sheriff's Department. Daryl Dixon. You think you can give us a lift? Gotta get them over to Memorial, if it's still open. So then can you set me up with one of these? Sorry, man. No keys. Tell you what, there was a ranger, Hartwell. He was driving back to his station. Looked like he had plenty of room. Here, take this. Wish I could do more for you. Ух ты, еще и патрончиков. О, и дробаш нам дал, просто молодец. Молодец, молодец, а я уже его прибить хотел. Ха-ха, в самом начале, видели, как я подкрадывался? Так, ну, нам особо шуметь-то не стоит. Но, блин, низги не видно, а. Я, конечно, сейчас пойду на хоть какой-то свет. Но чувствую, ничего хорошего от этого не будет. Где наш кукри? Нет, это улучшенная мачете, по-моему, у нас. Кукри я отдал этому. Нашему... зараженному пареньку, который говорит, да, я чутка устал просто, притомился чего-то. Ага, вот и наши туристы. Как отдыхается? О, я смотрю, у вас есть шашлычок. Не поделишься? Не, он испортился. О, это что у нас? Инвентарь заполнен? Ну что такое?
Инвентарь заполнен. Вот с чем мы столкнулись. Плохо. Плохо, что инвентарь заполнен. Давайте, нет, нож-то я не могу поменять. Вот это самое печальное. Что за топор? Ну, просто топор. Ладно. У нас есть улучшенный топорик. А это просто топор. Кому он нужен? Патрон для винтовки. Что, нас заметили? О, боже ты мой, нас заметили. Я выйду на свет. На тебе. Один есть. О, девчонки. Девчонки, как отдыхается? Плохо отдыхается, плохо. Совсем потеряли голову. Упс. Еще одна девчонка потеряла от нас голову. Просто без ума от нас. Так, барбекю. Барбекю, это классно. А что у вас есть? Фуражка помощника шерифа. Ух ты, сволочь! Давай, давай, на тебе в твою репу поганую. Вот так. Еще один. Откуда вас столько здесь? На тебе. На тебе. На. На. Фу. Сволочь, а? Это что, это такая плата за фуражку шерифа? Хрень какая-то. Подождите, мы что, сюда за фуражкой шерифа отправлялись? Ну-ка, найти новую машину. Вернуть шляпу. Да, вернуть шляпу. Вот это самое важное задание из всех. Потому что все дело, дорогие друзья, в шляпе. Да, или в голове. Как у этого парня. Ах ты мразь, смотрите-ка. Чего-то сзади подкрадывается. Спокойненько так. О, а ты обедаешь здесь в туалетике один. Составим тебе компанию. Интересно, а наверное можно заблокироваться здесь как бы. Так, здесь ничего нету. Ну да, здесь ничего нет. Откуда вы все беретесь? Да не меняй ты оружие, что ж ты творишь-то, а? Готов. Что за музычка? Такой звук, как будто они на нас со всех сторон наступают. Ой, эта темнотища нас убивает просто. Меня убивает. Цистерна с пропаном. Угу. Ну, цистерна с пропаном, это хорошо. Ой, ой-ой-ой-ой-ой, боже ты мой, это же зомби прямо у меня перед лицом. Ни хрена не вижу. Откуда вы беретесь-то? Вот это вот меня всегда удивляет здесь, в этой игре. Я их убиваю. Они новые откуда-то берутся, боже ты мой. Достали уже, честное слово. Так, надо куда-то туда идти. Куда-то туда. Куда-то туда. Сейчас потихоньку попробуем пройти. Тихо! Эти пока не дергаются, ладно. Идем дальше. Даже нам куда-то вот туда нужно. Ага. Ага. И там у нас еще парочка сидит. Голубки, блин. Свободен. Так, сначала возьмем машину. А, нет, сначала я съем наш питательный завтрак. Да, так намного лучше. Так, кто у нас там? О, там канистры с бензином. Слушайте, что там только нету. Как хорошо этих одиночек ловить. Обожаю. Самое поганое только в том, что ты зачищаешь территорию, они все равно откуда-то воскресают. Это действительно раздражает. Так, что у нас здесь? О! Да что ж ты делаешь-то? О, смотрите-ка, еще одна белка. У нас нет места, чтобы взять револьвер. Супер. Куда лезешь? Куда лезешь, я сказал? Так, надо что-нибудь заменить. Ну, я не могу заменить нож, да? Угу. Я не могу заменить нож, и я не стану выбрасывать винтовку. Блин, ну и что делать? Печаль. Что ж так мало места-то, а? Я не буду кукри выкидывать, это слишком классная штука. Ходить и всех убивать, это самое лучшее. Ходить тут стрелять напропалую, это
смерти подобно. Да, ну вот я боюсь, сейчас не возьму револьвер и все. Где я его потом найду? Хотя, кто знает, может и найдем. Не знаю. Не знаю, посмотрим. Так куда ты опять лезешь? Из-за тебя мы не взяли наш револьвер шикарный. Сволочи. Тут еще я слышу. А, вот она ты. Вот она ты. Вот она где. Так, а, фаер, смотрите-ка. Да что ж такое, и это нельзя взять. Когда мы уже расширим наш инвентарь? Беда какая-то вообще. Так, взяли мы бензин или не взяли? Вроде я взял все канистры. Что-то я уже начинаю забывать. Все из-за этого револьвера, он так меня отвлек. Может, все-таки я что-нибудь придумаю, а? Не, ну вернуться к машине это не вариант, по-моему. Хотя, ну-ка, если я возьму эту машинку. Ну, то есть... No keys. Ага. Супер. Прекрасно. Ладно, ключей нету. Ну, продолжаем наш поход. Продолжаем наш поход. Сейчас. Привет. Отлично. Еще желающие? Ох, я чувствую, сейчас на нас нападение совершится. Самым вероломным образом. Может здесь через стекло как-нибудь можно. А, вот задняя дверь. Задняя дверь у нас, как всегда, открыта. Так, кухня. Кухонка. Ага, напиточек, отлично. Пригодится. Так, с туалеты. Все закрыто. Hello? I don't see no ranger here, lady. I was just talking to him. Who is this? I'm Daryl, the guy you just scared the crap out of. Where are you? I'm at a motel in Pemberton. There was a deputy here, but he's dead. I'm using his radio thing. They're right outside the door. Can you hear them? Keep it together, Elizabeth. Stay quiet. They can probably hear you. No! Ranger, come help me! Come help me, please! Lady, Elizabeth, there ain't no ranger. Ну ты помоги, значит, если рейнджеров нет. Ах ты, черт, рейнджеров нету! Мать твою! Ох. Рейнджеров нету. А я такой оборачиваюсь, думаю, о, привет, чувак, ты подошел с нами познакомиться. Нет! Хотя да, он подошел с нами познакомиться. Действительно, очень близкое знакомство. Где ключи-то, рейнджер? Здесь нет. Исчез! О, магия. Магия у нас тут оказывается еще. И все так просто у нас. О, еще еда. Класс. Найти бы где-нибудь целый склад этой жрачки. А? Набить ей карманы. Ух ты, граната, инвентарь заполнен. Прекрасно. Спасибо вам всем. О боже мой. Инвентарь заполнен. Держите, чтобы поменять на патроны для винтовки. Ладно. Кажется, время достать наш дробовик. Это же неудобное тут переключение. О боже мой. Так, куда я иду? Не туда совсем. Где здесь выход? Вот. Сука. Ух, простите меня. Простите меня, немного переволновался. Слишком много зомби. Давай, заряжай уже. Мы сваливаем отсюда. Ох, ё-моё, промазал. Ладно. Все равно сваливаем отсюда. Сваливаем мы. Бежим. Hey, Jess, don't worry about wiring it. I got the keys. Я знаю, что с Джессом. Он один из них. Jess? Джесс, no! Да чтоб тебя, Джесс! Да чтоб тебя! Хо! Уоррен возвращается с 5 бензина. Молодец! Неплохо он для нас пособирал. Да, можно было найти вторую белку, но бог с ней, с этой белкой.
Итак, дорогие друзья, вот до этого момента мы добрались, прошли этот поселочек, и мы знаем, что девушку нам нужно спасти. Безусловно, нам нужно спасти девушку. Вот, но, как всегда, нам нужно еще до нее добраться. Не все так просто. Ну что же, на этом у меня все, надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.